Всем привет, дорогие зрители, наши подписчики и те, кто еще до сих пор не подписались. Нашел две квартирки под ключ. 2+1. Квартира, которую я сейчас снимаю, находится на верхних этажах проекта, который был сдан в 2018 году. Тут большой один балкон. Есть почти вся инфраструктура. Вместо крытого бассейна джакузи. Открытая парковка, генератор, сауна, римская парная комната, фитнес, детская игровая площадка. Итак, вот у нас отдельная кухня, дорогие зрители. Бытовая техника здесь у нас. Посудомойка фирмы Regal A++. Ферре, вытяжка, плита и духовка. Regal холодильник. Жилая площадь 95-100 квадратных метров между ними. Отмерял у нас 10 квадратных метров кухня. Тут гостиная комната 23 квадратных метра. Стоит кондиционер фирмы Копа. Очень хорошая квартирка. По хорошей цене. Телевизора нету, фибероптика, интернет, скоростной тот у нас, вот диванчик, также у меня будет второй ролик на канале, в этом же здании продается 3+1, добавок, сейчас я снимаю две квартиры 2+1, А также есть квартирки 3+1, огромные. Они продаются от инвестора, а эти от собственников. Цену говорю, у этих квартир без торга. Ну, после того, как сниму вторую квартиру. Здесь у нас 11,5, нет, 12 квадратных метров, 12 с чем-то было. Спальня, тоже кондиционер фирмы Копа, платяной шкаф. Выход на балкон. Здесь у нас стоит шкафчик. Хорошенький такой. О. И как это? А, так. О. Поняли, да? Система какая. Такая вот. Проточный водонагреватель фирмы Коспел. Стиральная машинка фирмы Regal A3++. Экономия денежек. Так. Первый санузел. Коридорчик где-то у нас 10 квадратных метров, но так как длину, если убрать, да. Спальня. Только та часть 10,5. Еще добавляем 2-3 квадратных метра, 13 квадратных метров. Но нам важна вот эта часть. Кондиционер фирмы Копа. Вот потолки. Высота где-то у нас 280 сантиметров. Второй санузел. Вытяжка тоже есть. Унитаз оставили, не забрали с собой. А здесь выход у нас также на балкон. Сторона здесь у нас южная и немножко западная. Ну, полностью южная. Солнышко прикрывает это здание. Порой там выходит, и тут выходит солнце, греет квартирку. Платяной шкаф. Идемте дальше. Покажу другую квартирку. Не буду тратить ваше время и свое. Здесь у нас две свет. Здесь у нас два лифта. Так, на этаже. Раз, два, три, четыре, шесть квартир. И вот спустился я к другой квартире. Это квартира ниже этажом. Та же сторона. Да, вся бытовая техника одинакова. Мебель другая у нас тут.
Тут разница квартир 3000 евро. Квадратура одинаковая, жилая 95-100, между ними чистая. С балконом вместе здесь у нас стоит внешний блок кондиционера. Балкон. Вид на это здание, это максимум то, что построили, еще строить в той стороне проект. Всю инфраструктуру я покажу в другом ролике, который выйдет на канале. Тоже юго-западная сторона. Тут мебель другая, бытовая техника тоже Шерре. Спальня. Шкафчик такой. Стоит проточный водонагреватель, Regal стиральная машинка A3++. Ставим лайки, лайки, комментируем, пишем, пишем, пишем. Цену. Давайте скажу цену. Дорогие зрители, цена той квартиры, которая выше этажом, 108 тысяч евро без торга. Это 105 тысяч евро, тоже без торга. Если есть торг, я говорю, здесь не будет торга. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Также досматриваем этот ролик и ждем второй ролик, который я сегодня поделюсь. Там две квартиры, 3 плюс 1 огромные. И на высоком этаже, видовые. Всех желаю всего доброго. Пока-пока.